Сегодня ЦСКА и Спартак, столичное дерби. Сегодня без сенсаций в том смысле, что свою часть удовольствия даже те, которым... Центр поля, в центр штрафной площади, Язычи подхватывает его. И еще одна попытка обострить ситуацию, но спартаковцы оборонят. Тут же вступает в отбор при потере мяча. Да, это очень здорово. С обеих сторон такое давление и инициатива. И еще подача в штрафную площадь. Здесь класс N1. Талантов, но не только он, условно, работала большая группа специалистов. И Мамен на правый фланг. И вперед. Вперед. ЦСКА и вообще первый по-настоящему голевой момент в этом матче мы наблюдали. А вот сейчас? Очень Спартак гораздо опаснее атакует финальный треть. Соглашусь с тобой. Ну, кстати, отмечают, рекомендовала едва в команду. Ну вот это урок для всех. Там на 95-й минуте ЦСКА пропустил Зован. Вратарь Спартака в этом эпизоде не стал для него сюрпризно более грамотно действовать, потому что бармейцы их и мяч пропущенный не разбудил. И вот эти вот удары в упор головою. Да, просто негодует. Бакаев. Выглядело все, конечно, в динамике так. На секунду не унимается, постоянно очень активно своих футболистов призывает к тем или иным телодвижениям на футбольном поле. Медина вышел. Понимал, что включается Игнатов, и надо отсечь этот мяч. Медина. Вот тут поддушивает Георгий Джике, но все-таки Медина сделал передачу на Хорке Караскаля. Бьется с ним Чернов.